Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, в принципе, ребята, побывал я немного в шахте. Нашел я 6 алмазов, нашел я 52 угля, нашел я еще где-то тут 23 железа и 9 алюминия. И немного еще себе булыжника надыбал, так как мне нужно было вот тут сделать дорожку, я себе уже немного сделал. И также, что еще? Да, в принципе, все, вот 20 уровень у меня, да. Так, ребята, сейчас, тут давайте-ка мы, наверное, как-то вот так сделаем. Ребят, все-таки я немного переделал свой дом, он уже как бы не такой, как был, уже немного по-другому. Ну, в принципе, я думаю, что он не нужно уже так, как было, ну, подниматься, потом тут спускаться, потом тут опять подниматься. Уже, в принципе, вот такой обычный домик с такими отличными переходами, вот я тут так сделал, я думаю, прикольно. В принципе, вот так у нас получилось. Мне действительно кажется, что это прикольно. Так, сейчас, ребята, так как у нас уже есть алмазики, мы себе можем сделать хилочку. Да, мы себе сейчас сделаем хилку. Давайте это все сюда поставим, что сейчас нам, в принципе, не нужно. Так. Что мы сюда можем? Вот так мы сюда можем поставить. В принципе, все. Так, сейчас. Тут у нас делается алюминий. Тут у нас, давайте еще вот так. Давайте, сейчас. Сейчас. Нам нужно хотя бы немного себе факелов сделать. И вот так. Отлично. Ай. 31. Пускай будет вот так, отлично. Сколько там? Да, в принципе, уже все готово, да. Только нам сейчас нужен молоток. Где он у нас? Вот. Чтобы себе сделать. Так, где оно? Чтобы себе, ребяточки, сделать алюминиевые пластины, да. Только что-то они как-то... Да не, в принципе, нормально они так делают. Сейчас я сделаю, ребята. Так, ребята, сделал я себе весь алюминий, что тут плавился. У нас же там еще вроде куча алюминия есть. Куча не куча, 18 штук. Это все нужно, ребята, переплавить, чтобы оно тут не валялось вот так. Давайте-ка мы сразу же вот сюда, это сюда. Так, что нам нужно? Нам нужна хилка. Сейчас нам нужна хилка. Хилка. Как она делается? Как-то... вот так, нет, значит вот так, ребята. Отлично, сделаем мы себе хилочку и поставим мы ее, допустим вот сюда. Все отлично. В принципе, нафига их, охренеть, какие звуки. То есть она действительно как бы вылечивает, да. Сейчас, ребята, давайте-ка мы тут PC, как он делается? ПК. Ух ты, 1, 2, 3. Redstone Lamp. Вот Redstone Lamp мы пока что не сможем сделать. Нам нужно или убивать Пикачу. Выкинул опять почему-то, не знаю почему. Фиг его знает, ребят, собрали мы тут все априконы, пошли мы туда, убили парочку покемонов и опять почему-то выкинуло. Фиг его знает почему, ребята. Поэтому я, наверное, еще... Поэтому я, в принципе, не выкладываю еще сборку, потому что, вот, иногда вот такие фигни случаются, что выкидывает. Ребята, сборка будет немного позже, потому что, в принципе, еще выходят там новые версии Пиксельмона, да, исправляют баги, и каждая версия, ну, как бы, уже нормально так, в принципе, версии вышло парочку. Они там, как бы, исправляют вот те все баги, да, которые там есть. Поэтому, в принципе, пока что еще сборки нету, она будет немного позже, ребята, я так думаю. В принципе, было бы вообще офигенно, если бы... Слушаем. Офигеть, звуки такие. Было бы вообще офигенно, если бы вышел бы покерадар. Фиг его знает, когда он выйдет, но надеюсь, что скоро, потому что... без покерадара не очень так и легко это все делать. У тебя, не знаю, убьем ли мы.
Давайте посмотрим. По идее... По идее, да, мы должны его убить. Главное, чтобы он Литвика не убил. Твою ж мать, ладно, Литвика нужно первого кидать. Ладно. Твою ж мать. Ладно, покемоны еще не такие сильные, чтобы их вот так менять, да. Нужно, наверное, все-таки первого прокачать или Манферна, или Флаффи, а потом уже Литвика прокачивать. Так, давайте поспим. Да чё ты... Поспим? Давай. Отлично. Нужно идти искать Пикачу. Давайте-ка мы и Флаффи еще немного. Да куда ты залез? Во, отлично. И Флаффи тоже прокачаем. А потом мы потихоньку... Ну, потом мы будем прокачивать... На Литвика, но это позже, так как, в принципе, если мы его так частенько будем менять покемонов, да, то... То будут нас так убивать. Глум, 38-й, ух. Ух. Да чё ты... Ух, я, ребята, если сейчас не знаю, сможем ли мы его убить. Твою ж мать. Давайте попробуем. Охренеть. Опять выкинула. Ну, в принципе, сейчас я уже посмотрел и выкидывать в один и тот же момент. А выкидывать, ребята, тогда, когда я сражаюсь с каким-то покемоном и очень быстро так как бы щелкаю, меняю атаку, потом сразу же какую-то другую атаку. И вот когда так делаю, почему-то всегда... Ну, не всегда, но выкидывает. Сейчас я, наверное, постараюсь как-то сражаться, но чуть-чуть помедленнее все кликать. Посмотрим. Если не будет выкидывать, то, наверное, из-за этого. Так, ну что, давай, хилься. Ребята, по поводу еще того же Пиксельмона... Давайте пока что это собирать не будем, пускай все вырастет, потом за один заход будем собирать одно и то же, чтобы всегда было у нас парное количество покеболов, ну, не покеболов, а априконов, да, чтобы можно всегда было сделать нормальное такое количество покеболов, как бы, чтобы парное получалось. Еще, ребята, по поводу Пиксельмона... По поводу еще других игр, я просто сейчас у вас хочу спросить, нету... Как бы, не хотите ли вы, чтобы я, например, проходил какие-то там еще другие игры, например, если там будут выходить какие-то новые игры, чтобы я их проходил? Вот если вам нравится, потому что не только Пиксельмон можно, а можно, например... Ух, 46 уровень, ну чё ты прикалываешься, что ли? Капут, ты напал просто нереально. Сейчас нам один ударчик и все, да? Ну чё ты там? Давайте посмотрим, вдруг мы еще его сейчас убьем. Главное, чтобы он Флаффи и Литвика не убил. О, вообще шикарно. Так, это чё? Давайте-ка мы... Нет, это мы не будем изучать. Ну харе, ну если бы тут еще видно было, что тут... Да, нифига толком не видно, что там показывает. Ладно, что я... Так, о чем я говорил? По поводу, ребята, новых игр. Например, не только Пиксельмон. А, например, играем мы в Пиксельмон, да, но заодно мы можем проходить какую-то там карту. Играем мы в Пиксельмон, но заодно мы можем там играть в какие-то мини-игры. Играем мы в Пиксельмон, но и заодно мы можем, например... проходить какую-то игру. Ну, как бы сейчас тоже прохожу... Да твою ж, так и знал, что ты сейчас нападешь. Как бы я и так сейчас прохожу одну игру, да, ребята? Да чё-то, извиняюсь. Но все же, ребята... Просто, если, например, будут выходить какие-то новые игры, да, то можно их проходить, но... Вот как раз я сейчас у вас, ребята, и спрашиваю, имеете ли вы желание, чтобы я иногда проходил какие-то игры. Да, например, вроде, если я не помню...
Я не помню, но по идее где-то осенью там просто выходит нереальное количество всяких игр. Осенью там всегда, в принципе, выходит очень-очень много всяких игр. Так, сейчас давайте мы попробуем хотя бы этого убить. Отлично, Gunpowders. Например, выйдет та же... Вроде, как вы знаете, кто знает, выйдет ли GTA-шка на ПК. Вроде GTA, вроде. Ребят, я точно не знаю, когда, но я слышал, что она выходит этой осенью, в октябре или в ноябре, если честно, не помню. Но выходит GTA на ПК, да? Ай, сейчас, секундочку. Давайте тепехнемся домой, вылечим наших покемонов. GTA выходит на ПК, и, в принципе, я думаю, что многие будут играть. Наверное, это все-таки единственная игра... А, чё я спать иду, твою ж, чё я туплю-то? Наверное, это единственная игра, после выхода которой... После выхода которой прошло один год, но через год, в какой-то определенный день, ее еще более купят... Более, ну, не больше, но, наверное, тоже нереально просто игроков купит вот ту же игру, да, только через год. Например, если бы там какая-то игра, допустим, ну, фиг его знает, да что в голову придет, например, там Far Cry 3, да? Если бы она, наверное, вышла только на Xbox и только на PlayStation. Ну, купили ее бы там, например, там... Сколько? 2 миллиона игроков, да? А если бы через год она вышла бы на ПК, то ее, может, купили там, не знаю, 50 тысяч игроков, потому что игра не такая уж, ну, как бы, просто нереальная, да, что... Опять выкинула, ребята. Но, в принципе, сейчас я уже понял, что выкидывай действительно тогда, когда вот так очень часто кликаешь на во время сражения на атаки. Ну, давайте опять, о чем я там говорил, на чем я там закончил, по поводу Far Cry, да, я говорил, что, например, такая игра, да, которая вышла, например, там, ее купили, например, в один день ее купили там, допустим, 2 миллиона игроков. А через год она, например, выйдет, да, на ПК, и ее купит, может, там 50-100 тысяч игроков, только потому что она вышла на ПК. Но это не такая игра, в которой можно сидеть просто днями, сутками там задротить. Не то, что задротить, а просто играть, потому что в GTA, например, всегда найдется что играть, да? Что делать, да? Поэтому не такое большое количество ее купит игроков. А GTA, ребят, сейчас не пишите, что я там не прав, что еще что-то. Не, ну, конечно, я могу быть не прав, но я, в принципе, не знаю, какой там... количество. Например, вышла GTA, да, год назад, ну, приблизительно, да, год назад, купили ее там, например, ребят, я честно, вот сейчас я не знаю сколько, но я говорю приблизительно, купила ее, допустим, 10 миллионов игроков, может больше, может меньше, но все-таки я думаю, что больше. О, так, сейчас самое главное, вот как раз сейчас вспомнил, не очень часто нажимать на атаки, потому что действительно очень часто из-за этого выкидывает. Так. Вышла, например, GTA на PlayStation и... Ну, на Xbox, да, и на PlayStation. Купили ее там, допустим, 10 миллионов игроков. Выйдет она через год, ее, наверное, еще столько же купит. Еще 10 миллионов. Ну, может, уже не 10, может, например, 8. Так как уже многие ее прошли, многие ее видели. Но все же, как бы, это GTA, да, ее купят только потому, что это GTA. Как бы она всегда одна в своем жанре, это всегда GTA. И, в принципе, она всегда ее будет, и она всегда будет единственной в своей жанре. И она будет всегда нереально вот такой, как бы, что много в нее будет играть людей. И поэтому через год, наверное, ее такое же количество игроков купит, как, например, год назад, я так думаю. Поэтому, ребята, я не знаю, говорил я уже это или нет, просто когда она выкидывает, ребят, например, я играю, да, она выкидывает,
И на видео остается ошибка, то есть не, очень быстро как бы выходит из игры, и видео не успевает сохраняться. И там выдает ошибку. И нужно его обрабатывать, но когда оно обрабатывается, оно укорачивает видео где-то на 3-4 последние минуты, что как бы что оно было, да. И поэтому я всегда что-то, например, делаю, да, потом выдает, вот опять сейчас быстро нажимал, но не выкинуло. Потом выдает ошибку. Бум, обрабатываешь видео, оно обрезается там на пару минут. И поэтому, как в предыдущей серии было, мне один человек написал, что вот у тебя там эволюционировал вот этот, как его, Марип Флаффи, но ты не показал это. Ты бы мог это показать. Как раз это тогда и эволюционировало, когда выкинуло, и когда я обрабатывал, и оно потом обрезалось на пару минут. И поэтому не показало то, что видео, как бы, ну, где я эволюционировал Марипа в Флаффи. Поэтому, ребят, я, конечно, извиняюсь, но вот иногда выкидывает, и вот сейчас выкидывает уже, я понял, почему, когда очень часто нажимаешь во время боя, чтобы быстрее использовать скиллы и все такое. Вот сейчас, чтобы я не забывал, нужно всегда вспоминать во время боя. Поэтому, ребята, вот как раз я хочу купить себе потом. Я так думаю, что я хочу купить себе GTA 5 на ПК. Я, конечно, уже прошел GTA 5, когда она только вышла на Xbox. Так, у нас уже еда кончается. Нужно себе плантации делать. Давайте как раз пойдем вот сюда, посмотрим, если у них еще что-то пожрать. Стыбзим. Когда она вышла, GTA 5, я, можно сказать, ее сразу же прошел. Потом немного поиграл в GTA Online, да и все. Но когда сейчас она выйдет на ПК, кажется, ребята, что ты уже играл, уже там нового ничего не может быть. Но это все-таки GTA, и на ПК, не знаю, будет все точно так же, но почему-то кажется, что будет еще намного интереснее, потому что действительно, мне кажется, очень много людей ее сразу же купит, когда она выйдет, потому что это все-таки GTA, да? И поэтому, ребята, как раз думаю, может потом и куплю GTA 5, посмотрим. И вот как раз, ребята, сейчас я у вас хочу спросить, не имеете ли вы желания, чтобы я, например, потом в GTA 5 поиграл? Или, например, еще какие-то там новые игры, потому что, в принципе... Так, Gunpowder опять. Осенью выходит всегда нереальное количество игр. В принципе, например, этой осенью выйдет там GTA, да? Выйдет, что там выйдет еще, Far Cry 4 выйдет. Выйдет новая Call of Duty. Еще там куча всяких игр выйдет. Поэтому осенью... Если, ребят, еще раз вас спрашиваю, если имеете желание не только чтобы играть в Pixelmon, а, например, Pixelmon, да, можем играть в Pixelmon, но иногда мы можем, например, поиграть в какие-то мини-игры. Иногда мы можем пройти какие-то карты. Иногда мы можем поиграть с другими модами. Иногда мы можем, например, там... Иногда мы можем, например, там... Поиграть в какую-то другую онлайн-игру. Иногда мы можем, например, пройти какую-то игру, то есть, как бы, историю, да, ну... Как бы саму историю игры, да, так как я вот сейчас прохожу одну игру, но... И хотели бы вы, чтобы я больше проходил вот таких игр? Ну, игр, которые выходят. Например, иногда говорю, выйдет какая-то игра, мы можем поиграть в онлайн. Иногда выйдет какая-то игра, мы можем пройти ее. И вот как раз сейчас, ребята, я у вас спрашиваю, имеете ли вы желание, чтобы мы иногда вот так играли? Если имеете, то, в принципе, действительно, мы можем потом поиграть, мы можем потом поиграть в какие-то другие игры. Если имеете желание, ребята, то, в принципе, пишите в комментарии, да, и какие игры, и во что поиграть. Ну, потом, ребят, посмотрим. В принципе, я так думаю, ребята, что давайте уже на этом закончим эту серию. Опять выкидывала много раз, но я уже говорю, я уже, в принципе, знаю, почему это выкидывает. Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.